Приветствую всех, вы на канале Аки Тойс. В Твери я также нашла еще яйца с натунцами, с новыми, там, где попадается нам красная панда с этой серии, и решила взять 5 штучек на пробу. В своем городе я пока их не видела, поэтому решила взять тут и посмотреть, что попадется. Брала я яйца в диапазоне от 31, помню, одно яйцо 31 грамм, а остальные 4 у меня 32 грамма. Вроде говорят, так весит красная панда, там плюс-минус граммы. Поэтому, надеюсь, сегодня хотя бы одна красная панда нам попадется. Так. Такая вот обложечка. Ну и давайте открывать. Поскольку у меня с собой сегодня нет штатива, я буду открывать за кадром и вам показывать игрушки. Итак, я открыла все яйца. Ну и давайте начнем с первой капсулы. Ой-ой, да, одной рукой не очень удобно снимать, но я боюсь, до дома их просто не донесу целыми. Так, здесь нам попадается попугайчик. Так, позже я его, конечно, соберу. Пока просто смотрим, что нам попадается. Здесь нам попадается нерпа, по-моему, это называется. Ну, или морской котик. То есть у 32-31 грамм могут попасться вот именно такие вот игрушки. Так. Еще одна нерпа. Здесь нам попадается, вот она. Вот, красную панду я нашла. Смотрите, как она стучит. Вот, то есть вот такой у нее звук. Ну, по крайней мере, у меня. Кто-то говорил, что она может быть и глухой. Так, и последнее яичко тоже трясется. И давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас верблюд. Вот так вот. Одна красная панда нам все-таки из этого веса попалась. Поэтому мотайте на ус. Ну, давайте сейчас я их соберу и покажу вам в собранном виде. Ну, и вот такие игрушечки нам сегодня попались. Так вот у нас выглядят вкладыши. Красные панды. Какая красотка у нас. Так, потом у пугайчика есть вот такие вот картонки, чтобы у него хохолок мог подниматься, опускаться. Такой вот. Потом нерп у нас такой вот вкладыш. Так, и верблюд вот такой вот. Сами игрушечки. Паночка наша красавица. Может поднимать, опускать лапку. Попугайчик. Симпапулька такой вот. Нерп у нас качается с стороны в сторону. И верблюд. Такой вот тоже красавец. Он может голову опускать и поднимать. Ну, вот такой на сегодня мини-обзорчик получился. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.